Всем привет! Сегодня расскажу вам о погружном насосе артикул NPC-5-800-S. Насос предназначен для перекачки чистой пресной воды на садовых участках при осушении емкости водоема, поддержания необходимого уровня воды в емкости, забора воды с глубины, скважины, колодцы и подачи на высоту. Насос относится к классу дренажных, но отличительной особенностью насоса является обеспечение мощного напора и подъема воды до 30 метров. Работает насос от сети напряжением 220 вольт и подключается через стандартную сетевую вилку с фирменным логотипом Zuber. Длина сетевого провода 15 метров, мощность двигателя 800 ватт, производительность 95 литров в минуту, максимальная глубина погружения 7 метров под поверхностью воды. Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос при изменении уровня воды. Момент включения и выключения поплавкового выключателя можно регулировать. Масса насоса 8,6 кг. Позиционируется в серии «Профессионал», гарантия производителя 5 лет. Упакован в надежную информативную коробку, на которой указаны краткие технические характеристики, комплектация, описание. Комплект поставки, руководство по эксплуатации, насос. Корпус насоса для большей долговечности выполнен из нержавеющей стали. Подключается насос к трубопроводу или шлангу через резьбовое соединение 1 дюйм. Перед использованием насоса необходимо к переносной ручке привязать шнур, за который насос будет опускаться и подниматься, а также убедиться в том, что поплавок может подниматься и опускаться без помех. Нельзя опускать и поднимать насос за подсоединенный шланг или сетевой кабель. Это может привести к повреждению кабеля и потере герметичности уплотнения. Забор воды осуществляется в нижней части корпуса через боковые отверстия. Максимальный размер пропускаемых частиц 1 мм. Температура перекачиваемой воды не должна превышать 35 градусов Цельсия, так как насос охлаждается окружающей водой. Для защиты от перегрева в насосе дополнительно установлен термопредохранитель, который предотвращает перегрев электродвигателя и выход его из строя. Если по какой-либо причине термопредохранитель сработал, необходимо дать насосу остыть, термопредохранитель вернется в исходное состояние и можно будет продолжить работу. Уровень включения и выключения устанавливается регулировкой длины поплавка, который представляет собой герметичный выключатель. Для этого в корпусе насоса есть специальный паз. Длинный кабель. Уровень включения высоко, уровень отключения совсем низко. Короткий кабель. Уровни почти рядом. Напомню, что главным достоинством насоса является обеспечение мощного напора и подъема воды до 30 метров. Но обращаю внимание, что производительность насоса напрямую зависит от высоты подачи воды. График зависимости приведен в руководстве по эксплуатации. Не рекомендуется использовать насос при максимальном напоре. При этом подача воды будет минимальной. Насос предназначен для перекачки только пресной воды. Не используйте насос для перекачки соленой воды, растворителей, агрессивных и легко воспламеняющихся жидкостей. Насос не шумный, его не слышно под водой, очень надежный и не требует обслуживания. Итак, погружной насос торговой марки Zuber серии «Профессионал», артикул NPC-5-800-S с высотой подъема воды 30 метров и гарантией 5 лет. Отмечу, что кроме данного насоса в линейке Т5 есть насос мощностью 1000 Вт и подъемом воды до 40 метров. На этом у меня все. До свидания. До новых встреч.